Здравствуйте, меня зовут Валерий, я из Минска. Хочу рассказать вам свой результат по здоровью. Я работал в такси, попал в сложную аварию, результатом чего катастрофа, черепно-мозговая травма, 8 дней комы и в результате еще инсульт сверху. Конечно же, меня врачи восстановили, откачали, вывели из комы и довели до состояния колясочника и выписали домой. Конечно же, первое время у меня были какие-то результаты от массажей, от лекарств, от капельниц, а потом, вы знаете, как вот раз и все, я отрубило. То есть, что бы я ни делал, сколько бы я денег ни платил, какие бы санатории ни ездил, как говорится, авос и ныне там, да, то есть и я был такой достаточно напористый пациент, приходил буквально, их там брал за шкирки, говорил, давайте лечить, лечить, делайте что-нибудь, а мне говорили, что ну что ты хочешь, ты после инсульта смирись, многие люди так живут, и ты живи, то есть, вот, ну, как бы, я с этим не смирился и начал искать какие-то нетрадиционные пути восстановления в интернете, вот познакомился с коралловым клубом, я такой человек недоверчивый, все проверяю, начал с минимума коралловая вода. Через две недели я заметил, что я начал засыпать, хотя раньше я не мог уснуть до 3-4 часов, я мучился бессонницей. Вот этот результат сподвиг меня на то, что я пошел на программу, все-таки решил и прошел детокс, коловаду, антипаразитарку, и потом здоровый мозг, майндсет, здоровый мозг. В общем, на данный момент, чуть больше прошло 2 лет, как я пользуюсь продукцией Кораллового клуба, у меня восстановилась речь на 100%, раньше бы вы не поняли, о чем я говорю. У меня восстановился опорно-двигательный аппарат на 80-85%. Конечно, есть над чем работать, но согласитесь, это результат, ну, колоссальный, я считаю. Больше всего я восстановился в социуме, что меня тоже меньше мучило, потому что я потерял способность быть мужчиной в прямом и в переносном смысле. Я не мог трудоустроиться. Я жил на пенсию $100, и о какой создании семьи может идти речь, когда ты не можешь не обеспечивать ни семью, ни собственных детей, ну, то есть какие-то планы строить, ну, то есть все это восстановилось, сейчас я работаю, я уже пробую бизнес в коралловом клубе на собственном результате, множество людям помог с собственным результатом. В частности, вот в России, по интернету я рассказал, мужчина, 70 лет, после инсульта ездил по дому на коляске. Через 3 месяца он встал с коляски, и на теперешний день он делает самостоятельно, без опоры, 70 шагов по дому. Что вот он применял? Результат. Что он применял? Он применял ту же самую программу, очистился, укрепил свой организм, дал все питательные вещества, скажем так, кирпичики, которые способствуют восстановлению. Самое интересное, что эта программа не то чтобы она лечебная, встал и побежал, но приходит жизнь, приходит желание жить, приходит желание энергия, то есть желание пойти где-то на турники, куда-то пойти в спортзал, и это способствует выводу из этого вот депрессионного состояния. Вот. Желаю вам крепкого здоровья, не болеть, но если так, пользуйтесь программой «Коралловый клуб», проверяйте, изучайте, употребляйте. Спасибо, будьте Валера, здоровы. У тебя потрясающий результат. А что бы ты сказал тем, кто еще сомневается или вообще не верит? Ну, вера такое дело, что она же основана на каких-то убеждениях. Просто проверить, посмотреть, изучить действия, посмотреть Ольгу Бутакову, действия и как устроен организм в целом, и тогда, я думаю, у здорового человека придет здравомыслящее мышление, то есть и от этого опираться.
Вот. Угу. И чтобы получить результат, что проверить, необходимо, конечно, пользоваться комплексным подходом, конечно, да, полностью да, концепцию, да, не меньше там 3 месяцев, а то и больше. Да, я понимал, конечно, что у меня было такое желание, что выпью одну баночку, одну программу, и все, я буду здоров. Но я понимал, что я шел к своему состоянию, даже если исключить аварию, эту катастрофу, да, я там мог и пить, и где-то ел, что подряд, работа в такси позволяла, провоцировала на употребление разной дряни, типа хот-догов, картофишки фри, кока-колы, то есть я засорял свой организм 40 лет, и, глупо рассчитывать, что ты от одной программы придет какой-то результат. Я шел к этому 40 лет, поэтому я понимал, я здравый человек, я понимал, что чтобы что-то вернуть, надо постараться и надо посеять свой организм, какие-то капиталовложения, чтобы стать здоровым. То есть это здравый человек это понимает. Спасибо, Валера. Мы очень рады за такой классный результат. Мы рады за тебя, как за человека, как за мужчину. И мы желаем тебе завершить с успехом вот все то, что у тебя было начато, лечение. Ну и, конечно, быть успешным вместе с Коралловым клубом. Спасибо большое. Спасибо, удачи. Всего доброго.